Нет оправданий доброте. Зачем нам быть добрыми? Именно это, в конце концов, приносит нам избавление от страданий. Когда ты понимаешь тяготы другого, ты начинаешь о нем как бы беспокоиться, чтобы не стать лишней тяготой. Для нас это духовное упражнение, духовная практика, духовная работа. Потому что быть добрым в мире, который лишается социальности, сейчас нет такой ценности. Это нас отличает от всех животных. Это наша удивительная способность.